письмо к женщине. Вы помните? Вы все, конечно, помните. Как я стоял, приблизившись к стене. Взволнованно ходили вы по комнате, и что-то резкое в лицо бросали мне. Вы говорили, нам пора расстаться, что вас измучила моя шальная жизнь, что вам пора за дело приниматься, а мой удел катиться дальше, вниз. Любимая, меня вы не любили. Не знали вы, что в сонмище людском я был как лошадь, загнанная в мыле, пришпоренная смелым ездоком. Не знали вы, что я в сплошном дыму, в развращенном буребытии.